Привет, малыши! На что вы смотрите? Ого! Какая прекрасная рождественская ель! Какая ты молодец, Кэрри! Ель выглядит просто фантастически! Твоим гостям она точно понравится! Все верно, под ней еще будут подарки! Санта передал их Пенни! Она уже везет их сюда! Ждете подарков с нетерпением, малыши? Здравствуй, Пенни! Ты везешь новогодние подарки на праздничный вечер к Пенни? О, нет! Что это за звук? Что-то случилось? Катастрофа, Пенни! Дверь грузового отсека открылась! О, нет! Подарки! Что же нам теперь делать? Карл, скорее, Пенни в беде! Ей нужна помощь супергрузовика! Смотри-ка, супергрузовик Пенни вон там. Не волнуйся, Пенни, супергрузовик уже здесь. Супергрузовик Пенни везла подарки от Санты к праздничному ужину, который устраивает Кэрри. Но они все выпали через заднюю дверь. Да, это ужасно. Гости так ждут этих подарков. Тебе нужно найти их и отвезти на праздник вовремя. Давай же, супергрузовик, трансформируйся. Скорее, супергрузовик, вечеринка скоро начнется. Ты уверен, что хорошей идеей было превратиться в мусоровоз? Ну ладно, если ты так считаешь. Хотя мне кажется, что гоночная машина была бы лучшим выбором. Это не подарок ли там? Да, позади тебя. Скорее, супергрузовик, собирай подарки в кузов и поехали. Тебе нужно найти остальные. Ура! Осталось найти еще один. Давай-ка посмотрим в парке. Ты видишь подарок, супергрузовик? Ты уверен, что не видишь его? Посмотри-ка сзади. Вот же он, на ветке. Но как же нам его достать, супергрузовик? Так не получится, супергрузовик. Нет, это тоже не сработает. Тебе нужно воспользоваться СТ-3000. Превосходная идея, супергрузовик. Супергрузовик, не время для веселья. Вечеринка вот-вот начнется. Давай скорее возьмем все подарки и поедем туда. Замечательно! А теперь отправляемся к Кэрри на праздник. Не переживай, Кэрри. Супергрузовик скоро приедет. О-хо-хо! А вот и супергрузовик с подарками. Все вели себя очень хорошо весь этот год, поэтому все получают подарки. Счастливого Рождества, ребята!
Кэрри, куда ты так торопишься? Ты опаздываешь с доставкой, да? Кэрри, ты слышала сирену? Кажется, Бобби в беде. Что стряслось, Бобби? Бобби, акулы окружили тебя! Осторожно! Кэрри, Бобби не слышит тебя! Не отвлекайся от дороги, по которой едешь! Кэрри? Карл, Кэрри и Бобби в беде! Кэрри упала с моста и приземлилась на лист кувшинки! И теперь акулы хотят ее съесть! Тебе нужно спасти их и поскорее! Гляди, Карл, Кэрри вон там. О, нет, мост разведут с минуты на минуту. И акул уже ничто не будет сдерживать. Скорее, Карл. Ты знаешь, в какую машину нужно трансформироваться, чтобы спасти ее? Кэрри, смотри, кто здесь. Супергрузовик, ты совсем забыл об акулах. Будь осторожен. Бобби, супергрузовик просит тебя отбуксировать Кэрри к берегу. Держись, Кэрри. Тебе нужно спешить, Бобби! Они уже рядом! Нужно работать еще быстрее, Карл! Отличная мысль, Карл! Ты же можешь воспользоваться своим чудесным прибором СТ-3000! Скорее, друзья! Вот это да, супергрузовик, сработало. Акулы уплывают обратно. Продолжай. Невероятно, ты напугал акул, и они уплыли, супергрузовик. Молодчина. Спасибо за твою помощь, супергрузовик. Ты прав, Бобби. Нам стоит обезопасить канал. Замечательная идея, супергрузовик. Давай воспользуемся сетью. Ха-ха! Веселитесь, друзья! Привет, Джерри! Пытаешься побить рекорд скорости? Да-д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 а
Ничего страшного, что ты не такой быстрый, Бен. Зато ты умеешь делать много других полезных вещей. Ты хочешь еще одну гонку? Да. Бен, что это? Ты взял энергетическую установку из городской ратуши? Она не предназначена для тебя, Бен. Это опасно. Сними ее. О, нет. Карл, у нас проблема. Бен взял энергетическую установку и теперь не может остановиться. Она слишком мощная для него. Карл, Бен едет слишком быстро. В кого ты трансформируешься, чтобы поймать его? Осторожно, супергрузовик! Карл, тебе нужно остановить его любой ценой. Он едет прямо на разведенный мост. Он упадет в канал. Бен, берегись! Мост разведен! Карл, тебе нужна помощь. Воспользуйся СТ-3000. Крюк? Здорово! Без паники, Бен. Карл тянет тебя обратно, так что ты не успеешь доехать до моста. Фух, и мост как раз закрылся. Ой-ой, сделай что-нибудь, супергрузовик. Ого, берегись! Вот это да! Ничего. Капа. Ух ты! Хорошее приземление! Теперь ты в безопасности, Бен. Спасибо тебе, супергрузовик. Ты спас этот город. Эй, Фрэнк, куда ты так торопишься? Смотри-ка самого. О, понятно. Кэрри испекла новый вид торта.
Ага, да. Теперь ясно, куда вы все направляетесь. Осторожно! Ты в порядке, Фрэнк? Давай-ка я позову супергрузовика. Карл, вот ты где. Фрэнк упал прямо посреди дороги. Тебе нужно помочь ему снова встать на колеса. Кэрри испекла сегодня новый торт, и всем непременно захотелось его попробовать. Фрэнк тоже ехал к Кэрри, когда упал. Тебе нужно трансформироваться. Грузовик на пружинах? Невероятно! Давай-ка найдем Фрэнка. Ух ты, потрясающе! Ого, вот так трюк! Но помни, ты на задании. Сюда. Фрэнк, супергрузовик уже здесь, не переживай. Что ты предлагаешь, супергрузовик? О, ты хочешь поставить Фрэнка обратно на колеса, используя свои суперпружины? Давай-ка попробуем. Ты это слышал, Фрэнк? Мы мигом поставим тебя обратно на колеса. Ой. Не переживай, Фрэнк, мы что-нибудь придумаем. Ого, ты что-то задумал. Ну, конечно. СТ-3000. Огромный магнит. Невероятно. О, он холодный, да, Фрэнк? Ну что, готов, Фрэнк? Не волнуйся, супергрузовик готов. 3, 2, 1. Ну, еще раз. 3, 2, 1. Сработало! Ой-ой-ой! Фух, чуть было снова не упал. Надеюсь, от пирога остался еще хотя бы один кусочек. Привет, Кэрри. Ты никогда прежде не видела грузовик на пружинах? А осталось еще немного пирога для этих товарищей. Ух ты, Кэрри, выглядит аппетитно. Что ж, он действительно невероятно вкусный. До новых встреч, друзья. Hey kids, thanks for watching. If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here. See you on the road.